На ковре «Б» руководителями ковра работают Роман Нечаев, Валерий Гульчеев, Анатолий Ковалев. И на ковре «С» руководители ковра Александр Донзаленко, Исрапил Баркинхоев и Алексей Целенов. На ковер «С» приглашаются борцы весовой категории до 60 кг. Магомед Имам Байбеков, Москва, Алексей Репин, Республика Саха-Якутия. Приготовится Матвей Бадрин, Новосибирск, Магомед Ариб, Газимагомедов, Дагестан. На ковре «С» после этой встречи приготовится Матвей Бадрин, Новосибирск, Магомед Ариб, Газимагомедов, Дагестан. Чисто технической победы начал Ли. Давай, давай.
Давайте поприветствуем руководителя КВА Битарова Амурхана Габоевича, заслуженного тренера России, судью экстра-класса. Аплодисменты, пожалуйста. На ковер вызывается Каласов, Найденов. Найданов. На коврице схватку, по-моему, выиграл Магомед Имам Байбеков, Москва. На ковре Б победу одержал Батрас Бароев, Санкт-Петербург.